Мы в лесу старые ботеки. Лес сухой. Дождей так и не было. Немножко так нас удивил маленький дождик. И все на этом и закончился. А так сухо. Мы здесь находили строчки недавно и сморчковую шапочку. Но сегодня мы ничего не нашли. Видели только саркосыпы. Вот лес очень сухой. Ветки трещат под ногами. И старые листья тоже. И тишина. Только птички поют. Никто здесь не ходит, кроме нас. В этом лесу. Даже Маугли не нашел никаких строчков. Ну, мы здесь недолго. Немножко места свои проверяем. Смотрим. Ладно, пиццы я сделала и так. Из рядовок серых. Большую пиццу. Сделала, отдала сестре половину. И нам будет. Вот иду к машине. Здесь есть места непроходимые, буреломы всякие. А так лес неплохой. Грибы здесь бывают. Бывают хорошие подберезовики такие по осени. И вот я вижу сейчас, перехожу. Саркосыпы еще продолжают расти. Вот они какие милые, красивые. Чудесные, очень красивый лес, конечно, хороший, но сейчас пусто, потому что нет дождей и нет им никакого питания. Вот, ну что ж, пора уходить. Даже строчков не нашли, хотя мы уже здесь недавно их находили. И находили сморчковую шапочку. Ладно, выхожу. Пора домой. Мы проездом, можно сказать. Как всегда. Что ж, всем пока-пока. И до встречи.